Всем здарова, с вами Роблокс Я, мы продолжаем играть в игру, которая называется Return to Castle Wolfenstein. Погнали. Игра. В смысле, это не сначала, чуваки. Загрузка. 22, 33. Ой, 36 надо было. Блин, сейчас минут. Так, в прошлый раз, да. Я помню эту миссию, но там танк был. Люкзивьте, типа танковую группу сопровождать и захватывать. Захваченный танк комплекс Севол, а если он сдохнет. О, надо и два на пистолет. Ник Паусти! Спасательная команда Крайзон впереди нас сообщает, что в следующем квартале скрывается 6 человек с Паусти. Ты должен устранить их, чтобы я мог продвигаться дальше. Понял вас, мистер. Вот это, кстати, имбовая пушка. Кого-то здесь видите? Я лично никого не вижу. Давай посмотрим. Крыса. Я застыл, зашел и все. Где он меня видит, а я его не вижу. Не, подожди, это будет тяжело. Вроде все. Вроде все. А, ну подожди, минутку. А, у меня на активе, серьезно? Резер не показывается. Блин, плохо. Давайте опять F9. Я забыл, у меня на F9 же FPS не показывается. Жестяк. Еще и куда мне дальше? Тут против танковая хрень стоит. Что-то где-то тут стреляло. Ну и куда мне дальше? Ой, я тут не был еще. Так. Это же плохая стена. Ну окей, ладно. Это наш танк. И я бы сейчас прыгну. О! А, значит, я уничтожу колокольню, если там есть снайперы. Наша группа нашла ученого дезертира, но они под сильным огнем в следующем квартале. Им нужна твоя помощь. Окей. Я все понимаю. А нахрена я тогда с этим снайпером сражался? Что, открыто? Да. Погнали. Thank you.
Рандомный факт. Лох. Вижу лох. Я видел, что это да, я прям. Так понимаю, это не по мне стреляет, да? А по нашим. Бля, неметная крыса. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Там сейчас анимечку даже выйдет сраный. Хорош. Это не мистер наш. Но он по мне не стреляет. Это наше. Ученый был убит? Или не наши? Блин, если я сейчас, подожди, если я чувака убью сейчас. К примеру. Блин, опять этот анимешка, он не бесит. Смотри, я убью. Ничего не происходит. А вот этот, наверное... Да вот это, наверное, немцы есть. Блядь, хрен знает. Не, я пока что не хочу. Да это наши и есть, они. Я ошибся, вот это немцы. Понял вас, это будет тяжело. Опасность, у нас впереди сильное сопротивление перед оружейным комплексом. А, ученый, дезертирование-то не наш. Мы скоро вывезем ученого, а тебе нужно идти. Да он бросил сразу два ликвидирования противотанковую группу. А помогите, когда обеспечивать пролегко. Соображайте захваченный танк комплекс СОЛ, проберите комплекс СОЛ. Ну окей. Я так понимаю, дезертир именно немцев, а я думаю наш. Ну ладно. Ему нужна твоя помощь, шевелись! Иди, блядь. Шевели. Шевелюсь. Тем, чем у меня есть. Так, окей, я понимаю, не сюда, да? А, блин, в смысле? Куда мне ехать, подожди? Ну, танк, мы знаем, где танк находится, танк тут. Точнее, там. Вот тут-то танк находился. Меня атакуют! У них противотанковое оружие, торопись! А где они? Я-то их помогу тебе. Я больше не выдержу! Иди! Мне бы самому знать. Так, тут какой-то охреневший сидел. Теперь ты можешь войти. Удачи! Все? Вообще язычный квест. Я думал, он будет тяжелее. Вообще нормально, в принципе. Ну, в принципе, все. Осталось только сам комплекс попасть и все. Окей.
извиняюсь, мне придется много раз перезагружать, мне... Хорошо. Нет, теперь огнемет, это хорошо. А, все, вот это комплекс вниз. Окей. Ну, мы за эту серию целую миссию, о, целое состояние выполним. Проникните на оружейный завод Кугельштам, да, добудьте проектную документацию пулемета Злоба. Фига себе, Злоба. Еще вторая, раздобленный завод. Или разбобленный завод. Что-то я не понял, как слово значит. Я понимаю, мы сюда вышли, да? А значит, нам туда только. А, не, мы сюда вышли, да, но нам вверх. Ну. Долбоёб, будешь понимать, а? Нормальный ход. Зайти сдохнуть. Мало это будет тяжело. Внимательно. Хорош. Тварь. Так. Хорош. Как? Я в защите был. Ну, зачесался. Как? Как? Он даже не стрелял. Извиняюсь, что он счешется. Сейчас пчихну как. Так, давай. Ну, ты по сути как меня? Нахрена я это сделал, бля, нахрена. Улиц это лучше место. Хорош. Куда дальше? Наверное, сейчас в ту сторону. Хрен знает, короче. Куда дальше? Ай, он то еще жив. Я как понимаю, не низ, да? О, а или не вниз. Сейчас же не все. С моих рук он сказал. Все, я больше не вижу таких собак.
Нет, ну блин, ладно. Короче, народ у стенка вообще оказывается. Там даже не прийти никак. Ну окей, ладно. Здорово. Да ну нафиг. Это жесть какая-то. Бля. Хамуха. Дурак, а что я, блин, а что я так сохранился тупо? Блин, началось. Не хочу я эти 10 миллионов лет проходить. Это будет. Так, народ, я убил огнемётчика сраного. Тут эти две пути есть. Можно выйти. Давайте пойдем дальше. Эй. Ты думаешь, пошли на огнемётчики? А сейчас мы сами станем огнеметчиками. Если что, на девятка огнемет. А, ну тут что так, что так. Погнали, короче, к этой. А, это мы с этой просто вышли. А, ну это норм. А стой тогда, подожди, становись, мы выйдем. Пойдем, нас винтовкой прям чувак пошел. Слушай, это не ментовка, тут рабаш какой-то. Ой, блядь, а где я сохранился? Я уже не помню. Это я вышел тогда, подожди. Здесь я был? Еще раз. Так, здесь я был, значит, мне обратно иду. Вы видели, с чем он там? Чувак тут. Не знаю, я что-то как не хочу особо, но оно сильное, я не спорю. Где тебя не мет? Уфука, сюда прошел. С чем он? А, у меня есть такое оружие, точно, у меня есть такое оружие. Помните, мы с пацаном забили его? Вот оно, вот этот что ли? Родовый X2. В смысле? А, типа два режима? Ну да, я что-то... Фига там жесткий чувак сидел, вы видели? Вот дальше жесть в сражениях. Там тяжело, я думаю, это. Блин, мне надо как-то успеть стрельнуть, чтобы я ничего не сдох. Очень тяжелая миссия. И эти посученьки тут всякие, блин, и вообще нахуй. Бля, я мог кстати до этого догадаться. В принципе, все. Ура, касочка нахер.
Ой, я придурок. Так. А это я помню, этого я снимал. Да, 4 хп. Типа, цены меня скоро ничего не оставит без. Хорош. Было легко догадаться, кто тут будет. Просто дверь. И как мне ее обезвредить? Я говорил тебе, перережь красный. Это не я. Есть кто-то снаружи? Нифига себе. Ну снаружи кто-то есть, мы этому удостоились, во. Я что так и думал, сейчас канализация где-то начну. А где он? Ах ты. Хорош. Блин, их двое. Буду знать. Но запоминай, сколько их обычно тут бывает. Ты. Еще раз. Правильно. Мы удостоились, их нисколько не бывает, так как они все сдыхают. Вот и молодцы. Что это? Это ко мне. Так, ладно, идем мы сюда. Да ты, блядь, будешь заходить. В смысле, я по кругу прошелся. И нахрена мне сюда тогда вообще надо? Там, кстати, перестрелка какая-то идет. Без нас с вами. Ну, типа, наверное, круг просто сделать, все. Серьезно? Не серьезно? Нахера? Так, есть какие-то подозрительные личности? Не видно. Блин, дверь так интересно закрывается, мне что-то Грэнни вспомнилось. Кто играл? Все играли, наверное. Там так похоже, что-то мне звук было во второй части вроде. А куда мне? А, вот тут есть люк. Ну, погнали. В смысле, а я ее до него не допрыгнул. Какая вообще цель? Поймите на вражеский завод Кугельштада. Добудьте проект. Да, блять, я вот от него заберусь, не очкуйте. А как мне на него добраться? Ага, сидейка. Так, народ, тут я решил вернуться. Мы что-то найдем. А давайте мы просто допрыгнем туда. И все. Осталось нам куда-то вообще идти. А это... Ага. Так, так, ну ладно. Следующий чувак. Где он? Готов. А, это этот сраный наебазучник был, да? Да я такие оружия пока что не ими не пользуюсь. Чувак, тебя же видно. Так, понимаю, не сюда надо, да? Где там эта базука?
чё и куда? Давайте здесь побудем. Сейчас надо определиться, где мы сейчас находимся. Бюро сохранена. Документы проекта взяли. Проникните осталось. Я не помню, это мы были. А, ага, это самое начало. Ладно. Пробуем еще раз. Ладно. Попытка номер три. О! Готово. Через три попытки аж перепрыгнули. Еще нам сюда надо. Понял вас. Давайте с этой стороны подключим, мы же сюда все равно смогли. Нахрена? Так, пацанов. Здрасте. Закрыто. Ага, все. Задание выполнено. Сейчас будет часть третья. Сегодня мы, кстати, проходим игру 3 часа 06 минут и 19 секунд. Вот так вот. Часть третья. Железнодорожная станция. Получите секретный слух. А, ну это такое. Получите доступ к главному складному комплексу, найдите главный лифт и последуйте в СОУ. Хорошо. Погнали. А если тебя еще кого-то видел туда? Вот здесь таких я как не вижу. И все. Уебал. Да. Я чувака успел увидеть. А где я сохранился? Ну нет, только не говорите, сохранился в жопе. Так скажем. А, не, норм, не, норм. Кстати. Нет, блин. Ага, все, я вижу его. Блять, ты чё, и вон ты вообще стрелял. Давайте мы возьмем какую-то другую винтовку, обычную. Это, конечно, хорошее оружие, я не спорю. Чё, нам вниз? Давайте автомат заберем. Не-не-не. Вот это берем. Вперед, вниз. Потих-то много. Хорош. Молодец. Так, а тут мы, кстати, были, а это не помню. Хе-хе-хе, ебай. Я как понимаю, нам вот эта штука понадобится, да? Вопрос, как им понадобится? Это уже, на это должен быть уже ответ. Хрозя, они с 10 сторон херачат.
Неожиданно! Подожди, это было учителя неожиданно. Ухо заболело. Так. Либо он сдох, либо не сдох. Второй вариант все-таки оказался правдивей. Так, блядь, давай заражайся. Почему вообще я должен был убить его сразу? Или нет? Можно теперь составить свое вот это оружие. Ну, пьем все, блядь, пользуются, я смотрю, да? А что делаю? Я, кстати, вообще что выполнил? Да не, мне надо доступ сначала получить, еще лифт найти, все. Что я помню. И все этим оружием пользуются. В смысле? Так, идем дальше. Я, кстати, наушники снял. Дед мне от них уши, конечно, болят. Блять. Ой, гандоны ушли. Ой, ладно. Так. Давно просто не стрелял такое оружие. Тук-тук! Ааа! Уши, уши разомять надо мне, они очень болят. Иди под лавой. Все, вот так вот сразу. Все. Ага. Нахрена он же был мирный? Ну что ж я опять мирного чувака убил? А хотя есть идея. Бля, надо нахуй перепроходить эти гандоны. Хотя сейчас посмотрим. Далеко ли я вообще бля, ну хотя давайте, ладно, давайте попробуем его не убить. Давайте попробуем, я хочу просто посмотреть, что будет, если его не убью. Блядь, я опять гранату кинул. Хуёво. Ладно, совсем. Сейчас, блядь, еще один выйдет. Готов. Вот, я, короче, решаю его не убивать. Пожалуйста, не стреляйте. Так, ладно, чувак, давай попробуй себя не убивать. Живи, живи, тварь, а. Ладно. Хедшот. Ну чё, кто блядь сидит, да? Выйди из двери, конечно. В смысле? Чё, охуел? Ты шо, блядь, охуел? Ладно, давайте посмотрим каждую дверь здесь.
окей. Закрыто. Открыто. О. Я понимаю, это главное тут двери, да? А, нет, это вот проход сюда. Ну и что дальше? Поторопись, документы, почти готово. Минутку. У нас нет минут. Там эти двери вот так открывались и не знает. Реально, это ж пипец. Они, блядь, открываются нахуй. А я откуда должен был, блядь, знаете, шел в инвестор. Это те двери. Нет, это выше были. Блин, открыть. А что за картон? Так, а, это... Что, серьезно? Тут был чувак, он мог мне на язычах. Место. Блять, чёрт, так не хочешь. Чё, мы что-то нашли? Так, получите тот план. Есть. Найдите главный лифт. Все, осталось лифт найти. Ну, у нас там два выбора осталось. Там еще есть, кстати, была комнатка. Погнали туда. Испугались, а? Обосрались, а? Так, подожди, блин, где я был? А, во-во-во. Там был немец, по-моему. А, не, блядь, подожди, это главный ход. Не, подожди, вот здесь я был, там чувак. Тут меня кто-то пытался убить, Надо, надо сейчас его убить, подождите. Потому что он крыс, а крыс надо сразу... убивать. А может я просто где-то вышел? Подождите, я хочу понять. Он не, блядь, не был. Так, ладно, пацаны, давайте к вам потом. Ладно, у нас выбор не остается. Может это оно есть? А, вон сверху вижу. Вижу. Так. Вижу. Так ты, блядь, ты, оно, хера. Ох, сука. Сиди, блядь, он такой охуенный, что ли, да? Ай, блядь, еще сзади какой-то хуй. Крыс! Я ж говорю, что крыса. Я ж, блядь, загрузился еще раз. С этим хуйным сделать. Так, не знаю. Пошел нахер. Тоже пошел нахер. Ну и что, куда дальше? Много куда дальше можно пойти. Вот сука. Ну, на них, кстати, так сильно оружие мощно и не особо действует. Ну, блядь, давай. Вы сейчас там... Ой, я опять нечаянно нажал. Ага, что там, сдохли? Они меня очень сильно, кстати, пацаны эти раздражают. Очень сильно раздражают. Вы знаете, что мне не нравится в Wolfenstein? Что кажется, почти каждой игре, которую я играю, они... ну, кроме Dishonored, да. Может, они какие-то сильные. Очень сильные, по урону. Может, блядь, надо на легкой сложности мне играть, чушо. Нахер мне за ваша средняя сложность? Я на средней всегда играл. Выш. Ты меня кидаешь. Или второй. Вот так надо нахуй. Реакция только. Блять, это, ну, нормальная пушка не пользуется. Вот этим, кстати, вот этим оружием вообще
один раз использовал его и все, и то. Что-то не понял зачем. О, тут закрыто. Как понимаю, надо это открыть, да? Там есть вход, там летит выход. Давайте сюда пойдем. Здесь второй этаж. Тут. Сука, испугал. Блять, вы видели нахуй? Я вообще испугался. Непонятной херни. Блять, нахуй без урожайца. Почему? Вот это говно не попадает по нему. Бля, точнее, оно попадает, но оно его не убивает. Что не так с тобой нравится, да? Вообще никакой, ля. Только вот это ебаная винтовка против меня хорошо. Ну ладно. Ладно. Только это мое новое оружие. Хотя гранат еще не были. Не были просто убить. Так. Кстати, кто может облять очки? Понимаю, это для автомата, да? Так, народ, все, лифт починен. Там, короче, надо наверх забраться, и там будет кнопка, и туда, короче, эту кнопку. Короче, наверх идете, там есть такая стена здоровая, плакат, что-то такое. Нажимаешь на этот плакат, там будет такая панель, и там на кнопку нажимаешь, и спускаешься вниз, и ищешь дверь, которая была сначала с красной, а потом стала зеленой кнопкой. И чем вниз надо загонять, там какой-то мужская типа, будет сказать, типа, лифт починен, и все. Так, занятие 4, это я читал, часть 4, секретная оружейная лаборатория. Как говорится, СОО. Найдите под лодку головы смерти, выясните, куда направляется голова смерти. Да. Это же самое последнее. Последняя часть третьего задания. Чего четвертого? И извинения. Четвертого уже, да? Но загрузка новых торпед занимает больше времени. Так, ебальник, куда тебя глянул? У меня нет времени вот на эту Вот это, кстати, чепуху. Был вот у меня этот, сучка. Задание. Этот корабль через час отправляется к X-лабораториям с торпедами или без. Вам понятно, майор? Абсолютно, герр Оберфюрер. Да наглянь, куда тут от хуя появляется, что ли? Да, задание четвертое, все-таки же. Бля, это сейчас будет мне вечная перестрелка. Ушука, ушука. Я готов, ебальники, бить. Вакаку, вакаку. Где же будет? Вакаку. Кстати, в хиту не прикол, то что если смотря какой едет со стороны лифта. А, это ты. Ты починил лифт? О, слушай, тогда я могу нормально пушки использовать против меня. Найдите под лодку. Ну, тут, конечно, себе не на время, это хорошо, а то, блин, он самолет был на время. В смысле? А где мне ключ искать? Бля, это какая-то секретка должна быть. Так, ок. Понятно. Не закрыто.
Да те же не нравится в этом оружии. Перегрев. Все равно прекрасно. Урон. Такой. Больше среднего. Ну все, чуваки с пистолетами мощными. Просто они какие-то вообще резкие все такие. Вы они. Только здесь откуда по мне стреляют? Снизу? Не помню. Вот тварь, а. Вот с базукой. Самый мощный. Один удар, все, тебе нема. А ты не успеваешь пока сосредоточиться на этом базученьке. Потому что... Почему? Правильно. Потому что... Вон та еще крыса. Кто так же? А вон он. Хорош. Где то этот? С пестиком. Да вот хапет он с пистолетом. Почему сейчас? Хорош. И хорошо, кстати, хэдшот работает. Это хорошо. Не во всех играх хорошо работает хэдшот. Некоторых вообще нема. И такой, здравствуйте, можно проходить? Конечно, он, спасибо. Ты, блядь, мне дверь откроешь. Он где-то с этой стороны, что ли, живет? Ладно, лох. Он же, ты не собираешься дверь открывать? Нажми на сраную кнопку, а? Вот же тварь. И что мне сделать надо? Все разберем. Пока я тут решил что-то делать, два чувака пришли. Я их убил и... Нифига. Так, народ, все, я забрался. Короче, по ящикам прыгайте вот этим и все. А теперь... Хорош. О, пистолетик. Стэн лучше. Неплохо. Стэн все равно нету Стэна. Так, окей. А что сюда идти? Неплохо. Что за звук? Как будто кто-то что-то живет. Так, либо это... Ни хрена себе, я хотел спросить. Кстати, дружелюбный, он, блядь, с удара... Мне молния такой, ебать. И как мне против этого говна сражаться, предлагайте? Иди нахрен. А как? Как мне против него сражаться, подождите, как вы это даже представляете? Ну нахер. Я хочу заебать. Не-не-не-не-не, иди нахрен. Ебаный флеш. Есть идея, как-то хедшот незаметно прописать, только если. Вот и все. Ну, блядь, немцы подумают, как он заметно этого страдает. Ну, я... Как? Граната, если только.
Да не надо, что двое. Там их вообще двое, алло, какой-нибудь лагать, целый мид у меня. Нет. Ладно. Народ, я заметил один классный феномен. Они долбоёбы немного. О, я убил. Короче, оставайте так, чтобы он под вас не доставал. И все. Почти, глянь, прикол, почти. Да, блядь, давай-ка. Слушай, они против как огнемета сражаются. Девятка, девятка, девятка. Сюда, мне кажется, они с огнеметом как-то хорошо дружат. Базуки. Блин, после базуки. Я, короче, в прошлый раз на хорошую буду пробовать. Восьмерка. Нет, семерка. Да иди. А, базуки нахуй. Отсылка, а, быстрая. Будем пробовать. Рот, еще один в ловушку зашел. Короче, все. Базуки его легче убивать. Ранен, скажу. Зуб, короче, это вещь. Какая красота. А как мне? О. Может, все. Идите. И подлодку еще надо найти. Хорош. Имба пушка. Так она какую цифру на мне? На девятку. Че, на нолик? На девятку. Нет. На восьмерку, пацаны, пулемет, огромный пулемет на восьмерку. А типа если я его открою, сейчас встри. Нет. Нет, сори. А я помню это место. А посмотри, это тот ход, который я пытался открыть. Так, ладно. Вот тут чувак, кстати, дырку сделал. Стоп, подожди, это не то место, которое в самом начале был. Вот! Все-таки что-то мост опускается. Капец, я тут долго мучаюсь с этими бегая туда-сюда, сюда, туда, туда, туда. Блин, сломать. Жаль. Не можно. Короче, там надо в свет хочет вернуться назад, потом мы это туда-сюда. Хорош. Откуда ты взялся? Вот откуда? Я же всех убивал. Мне что, жопы все лезут, нахуй, откуда? Подожди, нам же подлодка нужна. Я нашел подлодку.
Подлодка на океан, все там внизу должна быть, правильно? Хорош, бля. Что за хуйня? И нахуй я сюда спустился? Где моя подлодка? Я сегодня что-то... Эй, что нравится? А, тут есть еще один уровень ниже. Все везде закрыто. Где моя птичка? Опять нет миллион патронов и хер. Я сдал. А где сохранился? О нет, только не в воде, пожалуйста, только не в воде, тогда хуя иди. Нет, эй, назад, 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 рон, 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 рон. Да вот, подожди, я приехал. А можно надо воду отключить, подожди, чтобы мы попали. Подожди, можно надо рел воду отключить. Да вот лодка вообще. Хорош. А зачем тебе мой телефон? Зачем тебе мой телефон? А я сам не знаю, где. Ну, если честно. Подлодку я нашел. Выясните, куда направляется глаз мир. В смысле, мне только надо найти лодку. Я думаю, я не вижу. Я не знаю. Не поверь. Будем бегать, будем плыть. Кого тебе рубить? На-н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 а. Будет снова смерть моя. Будет только. Подожди, я тут еще путь не смотрел. Ладно, нет ничего. Так, идем дальше. Я, короче, сюда дошел, там. Нет, подожди. Нифига снайперка выручила. Охренеть. И что я хотел сказать? Короче, там мостик, когда вы поняли, я когда я шел, там вторая дверь не открывалась. Через этот мостик перепрыгнуть сюда. На этот вот мини-островок. Там он, короче, никак не... А, все? Все. Я не обязан отчитываться перед вами. Хотел, они направляются в Норвегию. Координаты 67 градусов на север, 16 градусов на восток. Понял вас. Эти куда? В Норвегию, короче. Я бы себе знал в Норвегию. Ну, да, и 4 части, я так и понял. Буду хоть знать. Сейчас наше агентство так говорит. Короче, этот хуй в Норвегию полетел. Отправляем нашего. Я, чтобы оценил этого хуя. Что оно ж, так и Джек, будет. Агент Блацкович не перестает удивлять нас. Да, сэр. Конечно, я знал, что он способный, но я не предполагал, что он обладает такими способностями вести допросы.
Проверь деньги на счету, а? От допрашиваемого офицера мы узнали предположительное местонахождение так называемой X-лаборатории головы смерти в оккупированной Норвегии. А что мы узнали от ученого-дезертира? К несчастью, не так много, как я надеялся. Ему сильно досталось при бегстве. Он до сих пор полностью не восстановился, но он продолжает твердить о проекте «Уберсолдат». Суперсолдат. Да. Насколько я смог понять, это странное переплетение робототехники и биоинженерии. С какой целью? По-видимому, для создания совершенной машины смерти. Бог мой. По словам ученого, этот проект... Машина смерти — это электрический хрен. Он давно ведет эти разработки. Только пулеметом можно убивать. Подобные проекты предпринимаются с 1937 года. По-видимому, этим объясняются найденные проекты протосолдата и эти ужасные монстры. Но это все же не объясняет наличие оккультных вещей. Да, конечно. Есть только одно место, где мы можем найти ответ на этот вопрос. Да, и поэтому, пока мы разговариваем, агент Блацкович уже направляется в X-лабораторию в Норвегии. X-лаборатория — это что, сталкер пошел? Да, жесть. Задание 5. Пенаты головы смерти, сейчас первая станция во льдах на веке. Так что, народ, всем удачи, всем пока.